возможность купить все по суперцене. Это сеть супермаркетов Таврия В. Таврия В. А вот такие овощи и фрукты в Дубае. На ценах остановимся попозже. А сейчас быстро пробежимся по кругу. Просто посмотрим на ассортимент, качество, свежесть. Цены. Потом, я говорю, остановимся на ценах потом. Быстренько, потому что вроде бы это не приветствуется. Да. Фруктово-ягодный рай. Ну, как и все здесь. Тестинг. Можно все попробовать в каждом отделе. Можно поезжать, только пробовать. Напробовался? Да, наелся. Побежал дальше. Многих вещей, честно говоря, даже не знаю названия. Ну, мы потом разберемся. Главное зафиксировать. Так, это что за рулоны туалетной? Нет, а вот рулоны туалетной бумаги меня заинтриговали. Какие-то конусообразные. Это явно. А, это кокосное. Уже остуганный. Так. Распасовано. Да, вот где здесь. Посмотри, как фарш красиво выдавлен. У нас так, как и бывает. Где? Вон, где мясо. Где? Вон, где. Видишь, красное. До мяса я еще не добрался. Мы сейчас, у нас фрукты и овощи. С мяса? Начинать вообще надо с водки. Да, а нам сколько там намерили? 5 грамм. 5 грамм? Сала в день? Да. Слава богу, Рошена тут не увидели. Нет, не увидели? Нет. Вот потому, что здесь нет Рошена, а здесь есть все остальное. Золотые слова. Рекомендую, чтобы съездить в Дубай, даже попробовать все это, можно выделить недельку из своего плотного рабочего графика.
Да. Гастрономический шок. Это не то слово. Что? На травку потянуло? Белые, синие какие-то, смотри. Ага. А синие белые? Дикие какие-то огурцы. Вспышки, пупышки. Бананчики какие-то закрученные, корни, корешки. О, мини-чесночок. Угу. Редька. Угу. Все как выложено, все какого качества. Какой свежести. Здесь нет семги третьего сорта, третьей свежести. Здесь нет уцененных помидоров и огурцов. Здесь не воняет. Здесь волшебно пахнет. Ну сейчас уже закончим. Ух ты, тут целый, ну посмотрим. Светофор. Красный, желтый, зеленый. Да. Невероятное количество все. Редиска какая-то странная. Снаружи красная, внутри белая. Где-то я это уже... Ага, вот это больше похоже на наш. Запах пряностей, это вообще сказка. Людей снимать нельзя. Этого они очень не любят. Ну что, будем заканчивать. Да, вот и цена.